Обладательницей титула «Жемчужина мира» стала студентка Казанского университета Анаит Хачатурян. Финал международного конкурса красоты и таланта состоялся в Казанском культурном центре «Сайдаш». Смотрим. Всего в финал вышло 12 девушек. Особенностью конкурса является то, что каждая участница должна представлять ту страну, чье гражданство она имеет. Именно поэтому конкурс «Жемчужина мира» напоминает настоящую экзотическую сказку, укрепляет дружбу народов и развивает толерантность к различным культурам народов мира. Было 12 стран, всего представлено. Начиная с Центральной Азии, это Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, заканчивая Шри-Ланкой и Танзанией. То есть, девочки были с разных уголков мира, можно так сказать. Хотя сама Анаит родом из Казани, она представляла Армению, потому что это родина ее отца. Так, в рамках конкурса были не просто традиционные визитка и дефиле, а с национальным уклоном. Для меня это было большой честью. Я хотела максимально достойно и красиво представить свою родину, показать все богатство, все традиции, всю культуру через танец, потому что я сама танцую, и мой творческий номер был танец, в котором я как раз-таки хотела показать вообще, что такое Армения, и чтобы зрители увидели, что есть вот такая вот богатая, солнечная, красивая страна. Конкурс «Жемчужина мира» ведет уже десятилетнюю историю. И Анаит признается, что мечтала поучаствовать в нем еще со школьных лет. Пока девушке не исполнилось 18 лет, она помогала другим участницам в подготовке творческих номеров. После школы Анаит поступила в Институт международных отношений Казанского университета. Однако конкурс для тогдашней первокурсницы отменился из-за пандемии. И, наконец, на втором курсе девушка смогла получить заветный титул. Если быть откровенной, я очень хотела эту победу. Я очень хотела победить, и я старалась приложить максимально все усилия, чтобы добиться этой цели. Потому что помимо того, чтобы выиграть, у меня еще была цель достойно представить свою страну. Когда объявляли результаты, у меня, наверное, пошли слезы счастья от того, что меня окружают очень такие люди отзывчивые, которые меня поддерживали. То есть в зале сидели люди, которые во время того, как меня объявляли, просто кричали, радовались, хлопали. И мне кажется, для меня это было самым большим счастьем. Под званием «Жемчужины мира» Анаит Хачатурян получила корону, памятные подарки и сертификат на авиабилет, чтобы девушка смогла этим летом по традиции отправиться в Армению. Диана Жленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.